Армата России, наш президент, вас на силу правый честь. Первое место Николай Кристоф. Верховный главнокомандующий вооруженными силами России Владимир Владимирович Путин. Мы вечером Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Федор Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Немовна, Елена Петровна, Ильяна Максимовна, Иван Максимович. Еще маленький подарочек. Так, ребята, я прошу вас пока не уходить, остаться здесь на сцене. Я приглашаю сюда призера, победителя весовой категории до 65 килограммов. Даниил Алиев, второе место. На выборы президента России 2024 года. Сегодня поддержали все участники фестиваля искусства Дагестана. Представитель президента России Дагестана награждает борцов. Сегодня проходили соревнования борцов. Сейчас происходит церемония награждения самых лучших борцов. Дорогие друзья, сегодня у нас происходил супер поединок, супер схватка весовой категории до 67 килограмма. В нем принимали участие два мастера спорта России, участники сборной команды России. Повар Олега Римский, я приглашаю сюда Алексея Никитова. Триумфальную инициативу. Второе место. Инициативу. А в движении на пост президента России, на выборах президента России, Владимира Владимировича Путина. И победителем в этой суперсхватке весовой категории до 67 килограммов становится Абдулла Салима. Всех ребят как-то вот чуть-чуть поближе, чтобы могли сделать общую фотографию, да, чтобы как-то на солнышке вам было хорошо видно. А тем временем я скажу, что спонсоры наши сегодняшние, наши призы предоставлены Fitro. Это бренд полезных продуктов питания. 4.0 ярких вкусов протеиновых батончика помогут восполнить силы и зарядить энергии на целый день. Абсолютная польза без сахара и ГМО. Благодарю постоянного представителя Республики Дагестан при президенте Российской Федерации Владислава Владимировича Толстюка, который проводил награждение, который только что был на этой сцене. Спасибо большое, Владислав Владимирович. Инициативу вечеру в Петлицких мы выдвинули на пост президента России, на выборы президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина. Наша Россия, ну, наш президент, вас, наша сила, правый сеть. Ура, 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 великая победа России. Особую ценность имеют семьи. Пожалуйста, представьте поклон и можете отходить, занимать свое место. Пара номер 3, Микаэль и Лила. И пара номер 4, Амир и Шуана. Я объявил двоих. Кто третий? Это парная лесбиянка. Я что-то тут перепутал. Что? Я не забыл, мне не записали. Они профессионалы, они не могут участвовать. Вот в чем дело. Вот тут представители организаторов. Да или нет?
дорогие друзья, я думаю, что будет справедливо, если участники коллектива Ликана примут участие в нашем батле вне конкурса. Да? Как вы меня поддержите? Спасибо вам большое, мы с гордостью приглашаем еще одну пару. Как вас зовут, друзья? Халид и... Халид и Камила, выходите, пожалуйста, на поклон. Ну вот. Камила, поверю, где будет возможность еще застегнуть пуговичку. Итак, друзья, я единственное прошу наших звукооператоров любую другую резинку поставить, потому что у той очень длительное вступление. Все-таки парная лезгинка предполагает какую-то мелодию и какой-то танец. Поэтому первыми показывают свое мастерство, а остальные уходят сейчас. Первыми показывают Даниэль и Мария. Пожалуйста, представить поклон и можете отходить, занимать свое место. Пара номер три, Микаэль и Лейла. И пара номер четыре, Амир и Шона. Я объявил двоих. Кто третий? Это парная лезгинка. Я что-то тут перепутал. Что? Я не забыл, мне не записали. Все избиратели молодые видят своих представителей парламента. Это оказалось очень интересным. Они профессионалы, они не могут участвовать. Вот в чем дело. Когда депутаты стали принимать такие жизненные судьбы. Вот тут представители организаторов. Да или нет? Мне кажется, никогда с ним не удалось касаться вопроса сотрудничества. Я думаю, что будет справедливо, если участники коллектива Ликана примут участие в нашем батле вне конкурса. Да, как вы меня поддержите? Спасибо вам большое, мы с гордостью приглашаем еще одну пару. Спасибо вам за это.
Фестиваль Так, ребята, ребята, посмотрите на меня, пожалуйста. Живи Россия! Живи Ленинград! Уважаемый господин президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами России Владимир Владимирович Путин. Поздравляем вас, все участники фестиваля. Фестиваля дагестанских народов, дагестанского народа. Дагестанцы, чеченцы, евреи, казахи, белорусы, россияне, дружба народов на века благодаря Владимиру Владимировичу Путину, президенту любимому всенародному. И мы не термитлиски, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ревна, Елена Петровна, Ульяна Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна. И мы со всеми россиянами, с господином Цыбиным, Сергеем Семеновичем Собяниным, Александровым, Беляевым, Никуниным, Сокновым, Пундель, Николаевой, Толстым, Николаевой. Все очень просим вас, Владимир Владимирович Путин, избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Дружба народов на века. Поддержали все участники фестиваля дагестанского искусства, дагестанского братского нам народа, герои нашей Родины, Отечества сыны. Гордится вами Родина во все века и дни. Спецоперация российской армии, Луганска, Донбасса. Объединились все россияне, дагестанцы, белорусы, евреи, чеченцы. Мы все в одном строю за Родину, за Владимира Владимировича Путина. Россия всегда побеждала, всегда победит. Фашизм на Украине не пройдет. Фашисты, сдавайтесь. Мы все очень просим вас, мы не сравнительски со всеми россиянами, со всеми дагестанцами, чеченцами, со всеми народами нашей любимой Родины, со всеми россиянами. Мы вас очень просим, уважаемый Владимир Путин, избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Россия вперед, ура, победа на века. За участие в концертной программе мероприятия «На день Дагестана» на территории музея-заповедника Кузьмин-Кирюблина, заслуженного деятеля искусств Республики Дагестан, члена Союза театральных деятелей России, члена Союза профессиональных художников России, Жанну Курбанову! А сейчас, дорогие друзья, я хочу продолжить наш концерт и пригласить на нашу сцену замечательного человека. Дагестанского и российского певца, композитора, аранжировщика, поэта песен, в конце концов, своего хорошего, хорошего друга. Аслана Хусейнова, Барбаша, аплодисменты! Ну как Москва, как настроение? Слава нашим героям, Полине, родители! Добрый вечер, добрый день, слава Полине, я считаю, это солнце позитивит сегодня. Здравый день! Ну что ж, будем танцевать! Ушная Россия! О, много
бедных семей поддержали великолепную историческую триумфальную победу на выборах президента России. Сегодня наши проблемы, наши проблемы, да? И хорошо, нет?